Теперь у однопартийцев появилось так называемое сердце партийного движения «Новый офис». Располагается он по адресу улица Маршала Жукова, дом 29. Поздравить членов партии с собственным помещением приехала депутат Московской областной думы, герой России Лариса Лазутина. Ведущие наши события, которые практически пройдут через год, покажут, и безусловно, они настраивают нас на большую работу, но эта большая работа, она всегда была, есть и будет. Я думаю, что каких-то изменений она не претерпит, но я думаю, что то нас ждет, та ответственность перед населением, она, конечно, ко многому обязывает. Проводил совещание секретарь местного отделения партии, глава района Андрей Иванов. Среди вопросов повестки – созыв 19-й конференции местного отделения, изменения в составе политсовета, выборы делегатов на 20-ю областную конференцию. Также глава озвучил задачи на будущий год. В настоящее время у нас заканчивается этап создания новой материально-технической базы. Вы сегодня все это видите. Мы обновили нашу приемную, которая теперь находится в доме 151 по Можайскому шоссе, и здесь же будет находиться исполком. 19-ю конференцию местного отделения партии решено провести 20 ноября 2015 года в здании Одинцовского центра эстетического воспитания. Норма представительства будет составлять один делегат от 50 членов партии. Общее собрание же в первичных отделениях по избранию делегатов на эту конференцию должны пройти с 24 октября по 15 ноября. Далее были рассмотрены кандидатуры членов партии для участия в 20-й областной конференции. Это Андрей Иванов, Сергей Вялков, Владимир Горяев, Александр Клименко, Дмитрий Кранчев и Юрий Чередниченко. На заседании политсовета был рассмотрен вопрос о руководителе местного исполнительного комитета. На эту должность Андрей Иванов предложил кандидатуру Андрея Терехина. Единогласно было принято решение о представлении региональному политическому совету Московского областного отделения партии «Единая Россия» его кандидатуры для согласования назначения на должность и освобождения от должности Александра Клименко, назначив его заместителем руководителя. В завершении политсовета выступил новоиспеченный руководитель местного отделения партии «Единая Россия» Андрей Терехин. Спасибо за доверие, хотел сказать. И я думаю, с таким коллективом, ну, у нас действительно тяжелые задачи в следующем году. И я думаю, что с новым офисом, с вашим коллективом мы достигнем хороших результатов. Новый руководитель местного отделения выразил надежду на многолетнее и плодотворное сотрудничество. Мила Тарасевич, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».